матч. Второй матч у нас появился, получился довольно там спорная ситуация, короче. Скорее всего, будет переигровка. Вот, но это на усмотрение там остальных судей и Стаса. Так, я узнаю этот биом. Вот. Он по любасу будет вот оттуда идти. Вот, у меня есть холмы, короче, и надо ими пользоваться. Прям вот вообще в дерзкую пользоваться. Ну, что я и буду делать? Расставляю пока бойцов. Где? Где баф? Где баф? Где баф? Сюка. Непонятно. Так, продолжаем. Продолжаем сеанс попускания предполагаемого го. Так. А, чего ж там, дадим сразу. Ничего. Блин, его видно очень хорошо вот отсюда. Лучше сюда. Ты. Значится ты. По-прежнему никого. Окей. Тогда всей гапшой мы идем сюда. А! Вот оно чё! Ага. Блин, а почему вот только сейчас это... Круто. Не, жреца по-любому надо как-то вот сюда. Да.
Я не хочу снова терять этого с кодексом. Если бы я раньше его увидел, я бы туда закинул бы кислотную бомбу и был бы минус офицер. Твою ж налево. И он за фул кавером каким-то боком все еще находится. Ну ладно, это не важно. Главное сейчас, что сейчас будет минус мой офицер, скорее всего. Интересно, он высунется или назад пойдет? Смотри-ка, не стал рисковать. Ля какой. Засаду. А этот на пассиве будет со стазисом и контролем. Что решит Вел, на что у него хватит фантазии. Сейчас увидим. Интересно, он видит вот этих вот чуваков? Ну, в принципе, примерно мой замысел, кстати. Ну, вот он исполнил его просто первым. Там, офицер еще будет жить какой-то ход. По крайней мере, я знаю, что все у него здесь. У него все могут быть вот здесь вот. Это, конечно, может быть опасным.
Ну, один, отлично. Ой, так. Телепортируется. Опа. Не. Хреновый это план. Определенно. О, full cover. %26. Отличный шанс. Так. Интересно, будет деление кодекса? И куда он телепортируется в итоге? Вот куда. Отлично. Что ж. Терпи, офицер, ты же офицер. Так, вот он, этот самый. У него все еще щиты. Кодекс куда-то сюда побежал. Надо срубить у него кодекса по-любому. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Минималочка так и есть. Так и есть, да. Отлично, как раз для этого случая.
плюс кодекс, уже хорошо. Было бы чуть поудачнее, был бы еще и минус офицер. Ну-ка. Видит Андрюшу? Блин, он видит Андрея, сука такая. Искрита еще прошибает. Блин. Так, мутон у него где-то здесь, судя по всему. Ладно, у меня есть жрец, который может контролить всю эту говшу. Ну или не всю. Угу. Ну, тут кислота на 3 прокнула. Но жрец держался до последнего. Так, костюм, понятное дело, ходить не может, блин. Вера не позволяет. Так. Тут у него этот самый, который может подняться на возвышение. Очень все круто в кавычках. Вот почему, блин, я бы... Ладно. Я бы сейчас костюмом на самом деле сейчас много чего бы вырулил нас. Вот, но хер там. Угу. Костюм еще этот дурацкий, блин, мне вот нужно было первым им походить. Нахера мне походить последним? Точно, у него же кислотная бомба. Сейчас минус жрец, походу. Ой, ладно. Не, наверное, староватый уже для всего этого дерьма.
Что-то как-то я вот... Да. Еще ему тон забежит. Ой-ой, веселье-то какое начнется безудержное. Так, он сюда забежал. Зачем? Надо было жрецом уже обходить Андромедону по-хорошему вот так вот. Ну, ладно. Чего уж теперь надо было? Ничего. Сейчас мне надо попытаться как-то выцепить, короче, жреца. А, ну все, теперь уже никак не выцеплю. Круто. Блин, так просрать кодекса, конечно. Ну ладно, чё. Все. Жрец вообще где-то у него там за 35 километров. А теперь ты можешь ходить. Теперь ты, конечно, можешь. Да ну нахер, короче, это все. Ой, пущусь в сетку лузеров. Буду сражаться там против флешмастера какого-нибудь. Как раз ему щиты снял. Молодец. Нафиг.